Александр, Арендрас Александр, Ваше Преосвященство, эти семинаристы, пришли в помню семинарии Мария Царица Господа, просят благословить их и облачить их в суда. Всемогущий вечный Божий, смиренно просим Тебя, благослови эти суда, которые по воле Церкви должны заменить мирскую одежду, являясь знаком исключительной принадлежности к Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу. Даруй, чтобы каждый, кто будет носить это облачение, исполнял своей жизнью Твою святую волю и тем заслужил белые одежды вечности, проповеданной нам Сыном Твоим, который живет и царствует с Тобою в единстве Святого Духа, Бог вовеки. Всемогущий вечный Божий, благослови Ты наших братьев, которые, следуя за голосом Твоего призвания, сегодня облачились в духовную одежду, чтобы вступить на путь дальнейшего приготовления к священническому служению. Через Господа нашего. Аминь.